До театральной осталось совсем чуть-чуть. Вход в метро, судя по всему, должен быть где-то рядом. Но каким малым ни было бы это расстояние, нам предстоит пройти его по поверхности. А наверху каждый шаг и каждый вдох может стать последним. Прибыли, Артём! Соберись, до темноты осталось всего ничего. Как туннель обвалился, на театральную отсюда остался только один путь, по поверхности. И задерживаться там до темноты определенно не стоит. Обжитое местечко! Повезло нам, Артём! Похоже, схрон местных сталкеров! А где были сталкеры, там... Черт, фильтров маловато! Но ничего, на наш век хватит. Не стесняйся, бери. Здесь все сталкеры - братья. Да, классные у тебя часы. Удобно знать, насколько еще воздуха хватит. Я слыхал, тут такое водится, что и пули не спасают. Ты, конечно, стреляный воробей, но в таких переделках еще явно не бывал. Так что помни, если хочешь жить, не расслабляйся ни на секунду. Ого! Вот это да! Слышал я про это место. На посадку уже заходил, когда рвануло. Видишь, здание, в которое он врезался? Вход на театральную там. А на поверхности-то все тает. Прям весна, Артём. Повезет и до лета доживем. Так, погоди. Тут справа от самолета должен быть подземный переход. Сталкеры через него площадь обходят. Вон, по крылу можно спуститься. Да, недолго солнышко сияло. Как быстро тучами все затянуло. Дождь. Артём, ты когда последний раз под дождем был? Черт, я, кажется, еще до войны. Обалдеть можно. Давай на свет выбираться. Thank you.
случилось? Ты в крови весь. А, дробовик нашел? Хорошая штука, пригодится. Артем, стой, пригнись. Стражи, огромная стая, видно, от бури бегут. Ох, чую, будет дело. Только тихо, если заметят нас, разорвут. Пронесло. Так, Артём, смотри, чтоб дальше без таких фокусов. Ладно, идем к самолету, пока новых не набежало. Пошли! Слыхал я про это место всякое. Мол, души погибших. Чушь, конечно. Попробую открыть, я прикрою. Заклинило? Давай вместе. Пошло! Так, Артём, место это непростое, так что не теряй головы. Ладно, пошли. Сталкер один рассказывал, это был рейс Майорка-Москва. Ну, семьи после отдыха. Я-то сам ни на море не был никогда, ни в самолете не летал. Не судьба. Странно как-то. Черт, ты тоже видел? Артем, что это было? Живые, смотри, они живые! Питания нет, двигатели заглохли. Домодедово, борт 767-15. Что за вспышка была? Спроси. Дайте площадку. Черт, нет уже диспетчерской. Толя, падаем. Скорость какая? Скорость. Электроника вырубилась. О, господи. Андрюха, помогай. Да что же это творится? Меня тоже не пашет. Планирую. В руки себя возьми. Его!
что я говорил? Умные заразы! А мы уже почти пришли! Готовься! До второго этажа прут! Получилось, а?